Я так не думаю. Может быть, и были ошибки, но как-то я не задумываюсь об этом. Есть. Можете ее поделиться? Говорить не буду. Но есть такая ошибка. А у кого ее не бывает? Ошибка молодости? Нет, нету. У меня двое детей, муж. Нормально? Нет. Я ни о чем не жалею. Все у меня прекрасно. Внуки, двое дочерей. Работаю, еще до сих пор работаю. 41 год отработала на ЛБРЗ и до сих пор работаю. Нет, таких ошибок у меня нету. Не было ошибок таких. Никаких ошибок не было. Не сожалею. То, что не женился на него. В тюрьму рано сел. И все. А что, какие? Больше не было? Ну, слушать родителей надо. Родители всегда желают доброго своим детям, поэтому пожелания молодым людям, детям. Сейчас такое сложное время, толком не учатся дети, но чтобы думали всегда, прежде чем какой-то поступок совершить, потому что у меня внук 14 лет, 7 лет. Я молюсь за всех детей, молюсь, чтобы Господь сохранил всех детей.